Подлежит переименованию 178 объектов топонимии. Общественность! На пожелание общественности! Поэтому давайте вызовите наших представителей комиссии. Поставлено на голосование кандидатуру головуючего. Мы что, за головуючего не будем голосовать? Нет, за головуючего не голосую, потому что он распоряжением городского головы. А кто? А у нас громада кирует. Хорошо. Так, пожалуйста, включите микрофон, пошли дальше. Ведущий, дайте, пожалуйста, прошу. Слово. Ведущий. После распределения. Дайте, пожалуйста, слово, 15 секунд. Я всем дам абсолютно сейчас, слово. Пожалуйста, но, сейчас не по регламенту. Но, давайте регламент. По регламенту. Происходит. Это 80-е годы, когда крутил наперсточек тот, куда их здесь рассадил. Они пытаются играть с вами в наперстки. Допустим ли мы это? Вы посмотрите на этих ребят, они сидят перепуганы. Я только что шел со стоянки. Мне два воспитателя детских садиков сказали. Нас согнали сюда. Мы будем делать вид, что мы сидим здесь. Уважаемые присутствующие! В апреле текущего года Верховная Рада Украины приняла закон Украины об осуждении коммунистического, национал-социалистического, нацистского тоталитарных режимов в Украине и запрета пропаганды и символики, в котором определено, что объекты топонимики, улицы, переулки, площади и так далее, которые связаны с именами участников установление советской власти и деятелей коммунистической партии должны быть переименованы. Я простой кончанин.
мужчине провоцирует. Вони порушують закон. Зараз порушують закон. Це моя рідна мова. Вони не порушують закон. Порушують закон. Ні, вони його не порушують. 5 статтю.